Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Вместе с июлем в Самару вновь вернулась хорошая погода. А значит, на этих выходных нас ждут уличные концерты, кино под открытым небом, приятные прогулки и многое другое. Подробнее о культурных событиях грядущих выходных я расскажу прямо сейчас. 6 и 7 июля в Самарской области состоится фестиваль «На Грушинской волне». В Самаре фестиваль пройдет в Струковском саду. 6 июля здесь будут работать тематические площадки и фотозоны, музей, посвященный подвигу Валерия Грушина. Начало фестиваля в 14:00. Посетители с первых шагов окунутся в более чем 50-летнюю историю Грушинского фестиваля, увидят архивные фотографии и видеоролики. Здесь разместятся фотозоны с палаткой, костровой площадкой, пройдет мастер-класс игры на гитаре, будет работать открытый микрофон. На семейной площадке развлечения найдутся для посетителей любого возраста. На сцене выступят юные барды, детские и семейные бардовские коллективы. С 14:00 до 19:00 запланированы мастер-классы, шоу, театрализованные представления и многое другое. Не пропустите! В честь наступающего Дня семьи, любви и верности в детской картинной галерее анонсируют семейные выходные. В субботу и воскресенье пройдут множество мастер-классов для детей и взрослых, на которых вы самостоятельно сможете создать сувениры на память и освоить различные народные техники – городецкую роспись и гжель. Например, 6 июля всех желающих приглашают расписать фигурки бычка, петушка или кошки, а 7-го – сделать игрушку-вертушку или нарисовать семейный портрет. Подробности о мероприятиях можно узнать на странице детской картинной галереи ВКонтакте. 7 июля в этнопарке «Дружбы народов» пройдет Всероссийский творческий фестиваль «Семья России». В 15:00 начнут работу интерактивные площадки, а в 16:00 начнется гала-концерт. Зрители познакомятся с творчеством самобытных семейных коллективов со всей России. Будут работать национальные дома и подворья, ремесленные ряды с мастер-классами для детей и взрослых. Все желающие смогут принять участие в народных играх и обрядах, узнают секреты успешных творческих союзов в рамках семейного лектория. Вход для всех гостей будет бесплатным. В сквере Эльдара Рязанова пройдет уличный джазовый концерт. 6 июля горожан приглашают на вечер музыки в исполнении коллектива из Санкт-Петербурга. Группа сыграет традиционный джаз на гитаре, трубе, тромбоне, а также сопрано-саксофоне и экзотических инструментах – бас-бетоне и казу. Начало концерта – 18:00. Прогуливаясь по набережной в эти выходные, не забудьте заглянуть в кинотеатр под открытым небом у «Ладьи». В субботу там покажут фильм из конкурсной программы международного кинофестиваля «Соль земли. Женщины Алтая». Документальный фильм предлагает узнать больше о таком загадочном уголке нашей страны через историю четырех героинь. Они любят и знают эти края и являются уникальными проводниками культуры и местных традиций. Они покажут вам дорогу к местам силы, которые лежат в этом мистическом и прекрасном крае. Кинопоказ начнется в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.